Сейчас я вам покажу, чем кормят в 5-звездочном отеле в центре Казани. Начнем с самого вкусного. Здесь у нас пирожные, круассаны и эклеры. Со сладким чаем или с кофе прям замечательно. Очень люблю есть сладости на завтрак. Здесь различные соусы для заправки салатов, салатные листья, овощи и соленья. Есть свежая зелень, оливковое масло, какой-то интересный соус, соленые помидоры, оливки, маслины. В общем, много-много всего. И, кстати, очень вкусные корнишоны. А вот так вот выглядит зал ресторана. Мне показался очень уютным, симпатичным и достаточно просторным. Здесь у нас лежит хлеб, тоже весьма вкусный. И здесь различные наполнители, которые, например, можно добавить в кашу. Орехи, сухофрукты. Сухофрукты тоже очень вкусные и сочные. Есть зерновой творог, молоко, хлопья. Можно прямо здесь же залить хлопья молоком, горячим или холодным. Сгущенка, очень вкусное варенье. Я пробовала брусничное. И дальше идут нарезки. Несколько видов сыра, колбаса, ветчина. В общем, мужчины были бы довольны. Здесь еще какие-то сладкие сиропчики, консервированные фрукты и, собственно, каши. Гречневая каша, молочно-овсяная каша, еще какая-то молочная каша. Кстати, каши просто невероятно вкусные, как дома. Вареные яйца, омлет, очень пышный и воздушный, овощи, картофель, сосиски и бекон. Вообще, я редко ем сосиски, но здесь съела несколько штук, потому что они были просто невероятно вкусные. Здесь блинчики и какая-то творожная запеканка. Здесь ичпичмаки и элеш, это татарская национальная выпечка. Ну и здесь напитки, соки, вода, кисломолочка, чай и кофе. Вот такой вот весьма неплохой, на мой взгляд, завтрак. Пишите в комментариях, если он вам тоже понравился. Надеюсь, вам было интересно.